Всем привет! Не могу удержаться и показываю, как обалденно расцветает мой Phalaenopsis equestris Yellow Lip, который Aurea. Очень красивый, шикарный. И, наконец-то, я все-таки сниму видео, где у меня более-менее уже пышное цветение. Здесь у нас 7 цветочков. Восьмой вот я умудрилась отломать, пока вынимала. Так что будет 7, но было 8. Так, вот такие они красавцы. Вот этот один у меня почему-то решил, что он распустится без губы. Вот такой вот белый безгубый. Но ничего, тоже красивый. Вот такая вот прелесть. Очень уж мне нравится контраст в этих цветах. Очень-очень нравится вот этот вот желтый цвет на губе. И очень интересная форма губы. Я уже перед этим говорила про этот эквестрис, что действительно очень интересная такая окраска и форма. Окраска интересная, потому что, смотрите, на видео это хорошо видно, вживую не так, и на фото, как будто кто-то, вот знаете, акварельную краску пролил, оно где-то взялось таким пятном и дальше чуть-чуть расплывается. Вот примерно такое впечатление создается. И форма. Форма не круглая, форма не вытянутая такая, не скругленный ромб, а лопаточка, которая расширяется к низу и заканчивается достаточно ровно. Такая трапеция, что ли, вытянутая. В общем, очень интересный экземплярчик. Очень рада, что я его купила, хотя у меня на тот момент уже были ауреи. Стоил он покупки, он теперь меня очень радует, очень вдохновляет. Я думаю, судя по состоянию цветов, что вот этот бутон успеет распуститься, а первый цветочек еще не завянет, потому что первый цветочек, вот он, и он очень свеженький еще. Но опять-таки, я молодец, я отломала уже имеющийся цветочек. Но ничего, не в этом счастье, и будет еще очень много цветений, очень приятная штучка, поэтому, девчонки, кто купил себе таких же, переживал, не переживайте, классное цветение, и да, как мы с вами обсуждали в группе, это будет Aurea. И азиаты любят писать Alba Yellow Lip, Alba Blue Lip. В общем-то, они словом Alba любят подписывать именно основной цвет цветка, а потом отдельно уже приписывать какие-то особенности из серии цвета губы. Так что это все та же самая Aurea. Очень красивая, очень интересная. На этом все, не буду затягивать это видео очень долго. Красота, и на эту красоту можете просматривать фотографии у меня в Instagram, заглядывайте, или на ФБ в нашей эквестрисной группе. Все ссылочки, как всегда, в описании. Много чего очень интересного в описании, всех везде жду. Ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно не стесняйтесь, пишите. Будем разговаривать, обсуждать. И всем, конечно же, солнечных, хоть и зимних дней и пышных цветений.